Новая земля. На сцене Брестского театра кукол это первая работа талантливого режиссера, лауреата Национальной премии Республики Беларусь, Национальной театральной премии России «Золотая маска» Александра Янушкевича. Спектакль адресован молодому поколению белорусов, однако интересен он будет и взрослой аудитории. Это рассказ о культуре, традициях и обрядах белорусов, народа со своей историей. «Земля» – лиро-эпичная поэма, написанная классиком белорусской литературы Якубом Колосом в начале 20 века. Не раз критики называли это произведение энциклопедией жизни Беларуси тех лет, а главных героев – Михаила, Антося и Ганну – типичными представителями своего времени. Трудолюбивые, отзывчивые, искренние – такими эти персонажи остались и в постановке режиссера Александра Янушкевича. Они живут, храня в сердце мечту о свободе и воле на своей земле. Новым спектаклем Александр Янушкевич показывает, что театр кукол в первую очередь – театр. Практически все время на сцене актеры, а не кукольные образы. Каждый спектакль, он в любом случае будет играться по-новому. Общая задача режиссера в любом случае, она поставлена. Но я думаю, что каждый актер все равно какие-то иногда подкладывает новые эмоции. Как бы с большего мы попытались сделать, что от нас хотел режиссер. Насколько это получилось, я думаю, судить зрителю. Новую постановку Брестского театра кукол уже успели окрестить безупречной. И это не безосновательно. Тонко подобранное музыкальное сопровождение и декорации в сочетании с эмоциональной игрой актеров смогли найти путь к сердцу брестского зрителя. Спектакль получился очень удачным, очень интересным и очень актуальным. То есть сейчас для Беларуси большое значение имеет как бы процесс самоидентификации нации, возвращения к своим культурным историческим корням. И всем этим задачам спектакль отвечает. Спектакль очень интересен, особенно нам, как зрителям, потому что удивляет большое количество декораций на сцене. Также очень интересна игра актеров. Мне очень нравится то, что спектакль на белорусском языке, потому что очень редко встретить такой чистый, красивый белорусский язык. Мне очень это нравится. Оценка самая высшая. Спектакль не просто хороший, спектакль замечательный, чудесный, вызывает просто восторг и удивление тем, насколько по-иному как бы перечитана эта поэма, сколько в ней найдено интересного, как перелопачен весь текст, переставлен местами, насколько заиграли отдельные фрагменты, какая работа художника великолепная, работа композитора, которая постоянно сопровождает спектакль. Ну, а находки режиссерские, ну, буквально в каждой секунде что-то происходит. И все новое, и новое, и новое. Замечательная визуализация образов. Яркие характеры персонажей. Артисты работают все на подъеме. Спектакль, который хочется смотреть, и смотреть, и смотреть много раз. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Буг ТВ».